Рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn. Сегодня я вас познакомлю с пряжей Alize Bella. И в конце вам расскажу, как можно ее использовать помимо вязания изделий и как можно ее комбинировать. Так что смотрите до конца. Моточки 50 грамм, 180 метров. Нитка в этой пряже состоит из 7 таких тоненьких ниточек, которые скручены между собой. Скручена она нормально и не сильно туго и не слабо. И для вязания это как раз то, что надо. Качество нитки отличное. Она по всему моточку идет равномерно. Нету ни утолщений, ни утоньшений. Теперь немножко поговорим, как же из нее вязать. Трудно, не трудно. Ниточку очень приятно держать в руке. Она мягкая, хотя вот и плотненькая, как бы, и в то же время у нее есть такая вот мягкость. Вяжется она очень прекрасно. Как спицами, так и крючком. Я, кстати, вязала спицами 2,5. И, как видите, прекрасные ажурные вещи могут из нее получиться. Так же самое и крючком. Крючок я использовала тоже 2,5. Хотя можно взять и 3. Тогда вещи будут пореже и более такие легче. Поговорим о цветах этой пряжи. Как видите, здесь цвета самые разнообразные, как раз для лета. Помимо того, что есть однотонное разнообразие всего, где можно вязать разными узорами и орнаментами, полосочками всякими, и либо это есть и крючком мотивы, то можно из разных мотивов разных цветов сделать красивые. Но есть еще пряжа батик. Она идет секционного окрашивания, как видите. Цвета все прекрасные, и они очень хорошо сочетаются с однотонными, поэтому можно делать и комбинировать всевозможные узоры, делать вставочки, батик и однотонную. Допустим, взять отличное сочетание, можно подобрать, можно сделать. Это уже на ваш вкус. Какие у вас задумки, какие фантазии. Здесь есть над чем поработать. Несмотря на то, что пряжа, будем говорить так, средней толщины, может даже тоньше, не тонкая, не такая вот, допустим, как ирис, виолет, она потолще пряжа, но в 50 граммах 180 метров это о чем-то говорит, все-таки метраж у нее очень хороший, поэтому что можно из нее связать? Всевозможные летние вещи, это и маечки, сарафанчики, платьишко, там летние кофточки, топики. Допустим, вот у нас в продаже есть молты. Такие ручки, голова, ножки. Я вязала из туловища для этой куколки. У меня ушел моток пряжи Bella. И получится замечательная куколка. Теперь как же ухаживать за вещами из этой пряжи? Уход очень простой. Все мы знаем, что это хлопок, пряжа натуральная. Конечно же, это ручная стирка. Сушить в горизонтальном положении, сильно не выкручивать. Но хотя я когда вязала образцы, я их вообще не утюжила. Они и так прекрасно ложатся. Поэтому дело ваше, пользоваться утюгом. Но если будете пользоваться, то делать слабый утюг, даже на самое маленькое можете поставить и с изнаночки немножко припарить. Подведем небольшой итог. Я бы поставила из 10 баллов этой ниточки 10 баллов. После стирки она не садится, она не линяет, она не выгорает на солнце, поэтому она вам прослужит очень долго. Какие еще плюсы? Это натуральная пряжа, поэтому для летних изделий это просто находка. Из нее вязать очень хорошо. Она очень мягкая, несмотря на то, что ниточка для летних изделий такая более толстоватая, не очень тонкая. Но и тем не менее, она очень красиво смотрится в узорах, не косит, ну вообще не деформируется после стирки и ведет себя прекрасно в работе. Минусов я в этой пряже не нашла совсем. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, помимо одежды, что бы вы еще могли бы связать из этой пряжи. Поделитесь своими изделиями, если у вас они уже есть готовые. Расскажите свое впечатление. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Если понравилось вам видео, поставьте, пожалуйста, лайк.
Ну и обязательно нажмите колокольчик, и вы получите уведомления о наших новых видео. И всем пока и сладких вам петелек!